Мы с Майком поскребли по сусекам и решили разориться на тарелку куриных пальчиков. Простите, но тут не хватает пары пальчиков. Здесь одна порция. Да, но почему их не пять? Пальцев вообще-то пять, по крайней мере, у большинства людей. А вот у куриц пальцев где-то семь. Сколько пафоса для буфетчика. О боже, вы в порядке? Да, вполне. Уверена? Ох. Вы же так грохнулись. Я знаю, сама виновата. Все время падаю, так глупо. Вот, присядьте, отдохните. О, спасибо, хорошая идея. О, вы так внимательны, спасибо вам. Ой, ну что вы, ой. Жажда у меня сильнее голода. Жажда сильнее? Круто! Я кое-что придумал. Ты отвлечешь буфетчика, а я украду пару бутылок пива. Понял? Украдешь пиво? Круто! Простите, меня зовут Блок. Стин Джонсон. Что-то мне чипсов захотелось. Так возьми их сам. Вообще-то, знаете, я передумал. Я совершенно не люблю рисковать. Но это с чипсами. А эти бобы вообще не знаешь, к чему приведут. Следующая станция Янгтон. Янгтон, следующая станция. Ты собираешься убеждать меня, что нет ничего плохого в том, что Сью будет учиться в моем колледже? Нет. Это вообще тебя никаким боком не касается. Моя тупая сестра в моем колледже, по-моему, напрямую касается. Сью не обязана жить в соответствии с твоими желаниями. Ты хочешь сказать, что я должен прыгать от восторга, что ли? Я хочу сказать, что если Сью поступит в восточно-индианский, то она будет там учиться. А как к этому относиться, дело твое. Если тебя это утешит... К ее поступлению тебе уже можно будет бухать.